История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. Указом президента России 2017 год объявлен годом экологии. Библиотечная система Кашхабльского района вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды, воспитание любви к родной природе. На прошлой неделе работники Кашхабской библиотечной системы совместно с сотрудниками библиотечной системы города Курганинска провели мероприятие, посвященное году экологии. Знакомиться с уникальными природными памятниками Краснодарского края и Адыгеи, известными не только своей красотой, но и легендами и преданиями, связанными с ними. Еще раз вспомню, что природа, а особенно ее уникальные места, нуждаются в нашей охране. И особенно важно помнить этот год, объявленный президентом Российской Федерации, годом экологии. На встрече присутствовали первый заместитель главы района Руслан Ямыков, начальник управления культуры Рауф Хуря, учащийся 10 класса Кашхабльской школы номер 2. Почему, я считаю, мы сегодня особо значимы? Вопросы экологии, охраны окружающей среды, наших памятников, нашей общей культуры всегда тесно связывают наши два района. У нас общая река, у нас общие берега, у нас общий лес, у нас общая природа. Поэтому и мы со своей стороны, и Курганинский район, который всегда с открытой душой на всех мероприятиях идет там навстречу, уделяем этому очень большое внимание. Мы встречались с другой Курганинского района, мы хорошо обсуждаем эти вопросы, всегда находим хорошее понимание. Поэтому в нашем сегодняшнем мероприятии мы обязательно должны найти те точки прикосновения, те общие интересы, которые будут всегда нас объединять в этой работе. В этой работе охраны природы, любви к природе, воспитания нашего подрастающего поколения именно в этих традициях. В традициях дружбы, в традициях любви друг к другу, природе, к окружающей среде, ко всем нашим традициям, памятникам и обычаям. Еще раз я приветствую от имени главы района, хочу пожелать успехов. В свою очередь ждем и от вас таких подобных приглашений. Мы всегда с большим удовольствием примем участие во всех ваших мероприятиях. В первую очередь я хочу обратиться к нашим добрым соседям, я даже не хочу уже говорить, гостям, нашим товарищам, нашим единомышленникам, нашим коллегам из Курганинского района. Традиционно Кашхабль всегда дружил с курганинцами. Редко можно было встретить в Ауди семью, которая бы не дружила с какой-нибудь казачьей семьей по правую берег реки Лаба. Мы всегда были вместе. Мы были вместе в гражданскую войну, когда на нас обрушилась общая беда. Мы были вместе, когда нашу страну охватил великий голод. Это мероприятие рассматриваем не просто как чисто экологическое. Мы должны почаще встречаться. Мы должны друг друга узнавать. Мы должны друг друга научиться понимать и уважать. Я еще раз рад видеть здесь наших гостей. Я рад видеть наших учеников, которые, я очень надеюсь, внимательно послушают и потом обдумают то, что говорится и делается тут. Мы всегда рады вас видеть. Добро пожаловать. Еще раз рад вас приветствовать. Спасибо. В течение мероприятия презентация дала возможность познакомиться с достопримечательностями нашей природы. Ребята отправились по удивительным природным уголкам Адыгеи и Краснодарского края, посмотрев электронную презентацию.